Казахстанских госслужащих намерены лишить премии к праздникам. Вместо этого внедрят бонусные выплаты один раз в год в размере 4-месячных окладов. Новую систему оплаты труда пока внедрили лишь в акиматах Астаны и Мангистауской области, а также в Министерстве юстиции. Если пилотный проект окажется эффективным, то далее, возможно, новшества перенимут во всех госучреждениях страны. Одна из главных задач системы – сокращение разницы в оплате труда между центром и регионами. К примеру, на областном уровне минимальный размер заработной платы на низовой должности повысится с 62 тысяч до 117 тысяч. Это речь идет об уровне ведущих специалистов областного акимата. В центре с 84 тысяч до 136 тысяч тенге. В рамках пилотного проекта для каждого чиновника будут устанавливаться индикаторы. Они будут считать количество и характер документов, которые будет закрывать и готовить сотрудник. Также будут учитываться количественные показатели и уровень служебной дисциплины. Если говорить об агентстве, некоторые наши сотрудники, с учетом внедрения пилота, могли пойти на понижение заработной платы. Соответственно, для обеспечения социальных гарантий было предусмотрено, что они должны получать не меньше того, что есть на сегодняшний день.